Друзья, всем привет. Записываю короткое превью, короткий прогноз на 5 матчей КХЛ на этом канале. На другом канале будет длинное видео, 20-минутное. Итак, первый матч Салават Юлаев СКА. Фора плюс 1,5 на СКА, коэффициент 1,30. Автомобилист ЦСКА. Фора на автомобилист плюс 1,5, коэффициент 1,40. Общий коэффициент двойника 1,83. Следующие три матча у нас выглядят так. Динамо Москва Амур. Индивидуальный тотал Динамо больше двойки за 1,20 рубль. Сочи Динамо. Индивидуальный тотал Сочи больше 1,5 за 1,26. И Витязь Йокерит. Йокерит не проиграет за 1,35. Общий коэффициент 2,02. Более подробная информация на другом канале, на более длинном видео. Вступайте в группу и в лайве будем более подробно рассматривать эти матчи, в том числе там удаление, броски поворотом и так далее. Вся эта информация будет в группе. Подписка, лайк. Пишите мне на WhatsApp, вступайте в группу. До свидания.